Космос. Земля. Земля ⁇ это планета, на которой мы живем. Уникальность Земли в том, что на ней существует жизнь. Нигде больше во Вселенной следов жизни до сих пор не обнаружено. Звезда. Звезда ⁇ это огромный горячий светящийся газовый шар. В основном звезды состоят из водорода, который взаимодействует с другими химическими веществами. При этом выделяется огромное количество энергии. Благодаря этой энергии звезды светятся. Созвездия. Созвездия – это участки звездного неба, которые носят имена мифических героев, животных или предметов, на которых они похожи. Самые известные созвездия – Большая Медведица на рисунке, Малая Медведица, Дракон, Рысь, Жираф, Цефей, Кассиопея – и 12 созвездий зодиака. Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы. Солнце. Солнце самая близкая к нам звезда. Благодаря солнечному свету и теплу на нашей планете существует жизнь. Вокруг Солнца вращаются планеты нашей Солнечной системы, включая Землю. Путь вращения планеты Называется орбитой. Луна Луна естественный спутник Земли. Она в четыре раза меньше нашей планеты и вращается вокруг нее. Фаза Луны. В течение месяца Луна меняется, то становится совсем невидимой фаза новолуния, то превращается в круг, наступает полнолуния. Это происходит потому, что при освещении Солнцем мы чаще всего можем видеть лишь отдельную часть Луны. Затмение. Затмение происходит либо когда Земля попадает в тень, отбрасываемую Луной, Солнечное затмение, как на рисунке, либо когда Луна попадает в тень Земли, Лунное затмение. Каждый год мы можем наблюдать не более семи затмений. Комета. Кометы ⁇ это тела Солнечной системы, которые двигаются вокруг Солнца по очень вытянутым орбитам. Когда комета находится далеко от Солнца, она выглядит как слабо светящиеся пятнышко овальной формы, но когда она приближается к Солнцу, у нее появляется голова и светящийся хвост. Мы можем увидеть комету и ее светящийся хвост в небе всего несколько раз в столетие. Метеорит. Метеорит это каменистое или железное тело, попадающее на Землю из межпланетного пространства. Иногда мы можем наблюдать метеоритные дожди, появление на ночном небе множество падающих метеоритов. Астероид, астероиды, малые планеты — это тела Солнечной системы с диаметром от одного до тысячи километров. Орбиты большинства астероидов находятся между Марсом и Юпитером. Самые известные из них — Церера, Паллада, Юнона и Веста. Галактика. Вселенная состоит из галактик — огромных звездных островов в виде спиралей, эллипсов или других форм. Млечный путь. Млечный путь так называется галактика, в которой находится наша Солнечная система и многие другие звездные системы. Туманности. Туманность ⁇ это светящееся облако разреженных газов и пыли внутри галактики. Северное сияние. Северное сияние ⁇ это быстро меняющееся свечение отдельных участков ночного неба. Оно происходит из-за свечения разреженных слоев воздуха на расстоянии от 90 до 1000 км от Земли. Бинокль и телескоп. Для внимательного изучения звездного неба можно использовать бинокль или телескоп. Они увеличивают небесные объекты в несколько раз, что позволяет лучше разглядеть звезды и созвездия. Обсерватория. На огромном экране, имеющем форму полусферического купола, получают изображение звездного неба. В обсерватории можно увидеть движение Солнца, Луны, планет, астероидов и комет, а также затмения, полярные сияния и другие небесные явления. Ракета. Ракета – это летательный аппарат, с помощью которого человек получил возможность побывать в космосе, на Луне и выводить на околоземную орбиту спутники и космические станции. На фотографии мы видим старт ракеты. Космонавт. Космонавт – это человек, который отправляется в открытый космос на ракете для проведения разных экспериментов. Первый космонавт, побывавший в космосе в 1961 году – Юрий Гагарин. В космосе нет силы земного притяжения, поэтому предметы часто находятся в невесомости и движутся беспорядочно, а космонавты могут летать, и даже быть в положении вверх ногами. Спутник. В 1957 году на околоземную орбиту был запущен первый искусственный спутник. Спутники постоянно двигаются вокруг Земли и позволяют наблюдать, что происходит в космическом пространстве и на нашей планете. Планеты Солнечной системы. Вокруг Солнца вращаются 9 планет – Меркурий, Венера, Марс, Земля, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон.